А перед началом ролика я хотел бы вам порекомендовать игровой проект Теодап. Новая крутая моба. Многопольская онлайновая арена для сражений с элементами Aspen, RTS, RPG. Счастье для стратегов. Раздолье для ролевиков. Отличная площадка для сторонников боя лицом к лицу с врагом. Здесь вы найдете все, что хотели бы увидеть в играх данного жанра. И даже больше. На официальном сайте вы сможете детально познакомиться с игрой, оформить платную или бесплатную подписку, выйти на связь с разработчиком и многое другое. Вступив в группу ВК, вы можете знать все последние новости проекта. Всегда будете в курсе всех обновлений, конкурсов и разных плюшек. Качай приложение, играй Теодар, погрузись в огромный мир лучшей моба игры. Приветствую тебя, дорогой мой зритель. Ну что ж, игра сегодня у нас необычная. Называется она Якошо. Простая японская хоррор-игра с жуткими существами и не очень сложными головоломками. И неприветливой атмосферой сладких снов. Это все, что сказано. Отзывы очень положительные. 82 рубля игрушка стоит. Локализация поддерживает только русские субтитры, интерфейс, озвучка японская. По характеристикам i5, 6 и 2 видюха. Больше ничего нет. Вот мы уже начали. Канаши. Так, хорошо. Мы какой-то учитель. Вот эти показки. Это что, пушка? Труба. Или ключ. Чуть-чуть такой. Подожди, есть инвентарь? Это какой-то баллон. А, это ключи. Я думал, это труба, слышите? Я реально думал, труба. Так, ладно, что-то опять подбираем, что-то собираем, непонятно, чашечки. Может быть, я мог бы отвлечь их и положить жрачку. Интересно, как ты ходишь, рюкзак как-то держишь, у тебя руки не затекают, не? Просто мне очень любопытно и интересно. А что за у нас за зеленой комнатой? Что это за доска зеленая, непонятно. Так, фэшка ничего не работает, кстати, только открыто. Зеленый ключ. А. Я думаю, ничего не открылось. Это что, записка? День первый. Меня зовут Юкия. Если ты читаешь это и не знаешь меня, конечно, я не смогла сбежать отсюда. И сейчас ты такой же ситуации. Мой первый день в заключении. И еще не выходил из класса. Это просто кошмар. Заключение. Ой. Здравствуйте. Привет. А. Нет. Не Хуасен. Нет, отпусти меня. Чего? Ауф. Аната, вифи. Какие невкусные взрослые люди. Давай попробуем другой год. Чао. Типа надо убегать, да? Но я думал, они так дружелюбно все, никто не паниковал. Ладно. А скелет этот, допустим, он что к чему? Учитель. Ну. Ха-ха, проснись или найду тебя и сожру. Зажги 12 раз ламп, и ты не убежишь. Сбеги из института, зажги 12 ламп, помоги себе различные головоломки спрятаны. Даже почитать не это. Ладно, ключик, ты умеешь шифтовать? Или ты просто... А, он типа побыстрее ходит, но... Под шифтом побыстрее ходит, смотрите. Оп-оп-оп, спортивная ходьба. Бесшумная спортивная ходьба. Как что-то угарно это держит, я вообще вот просто не могу вот так. Лопарик. Все. Меня нету. Так, давай почитай. Так, все. А че никого нет? Подожди, ты кто такой? Вот ты кто такой? Может быть, я мог бы отвлечь и... О, там пиздюк бегает, слышишь? Там пиздюка есть ключ? Вот сюда. Все отлично. О, прекрасное место, я смотрю. Так, а здесь... И второе, вспоминая то, что это существо сказало мне во сне, я должна зажить динозавр, чтобы сбежать, но я слышу жуткий шепот, и я должна быть осторожна. Так, смотри, желтый ключ. Рядом за голубым унитазом. Синим. Голубым. Так, желтый ключ, это хорошо. Мы еще ни одного огонька не зажгли. Но, скорее всего, будет беситься. Чего, бля? Стоп, я курил? А я ж не курю. Просто как-то... Так, у нас нет красного ключа. Правильно? Да, у меня нет ключа красного, хорошо. Здорово, скелет. Пиздюк, я не хочу пиздюку идти. Пошел отсюда.
закрывай нахер. Там пиздюк агрессивный. Все, иди. Так, все, идем сюда. Там пиздюк, смотри, что бежит. Так, это что такое? Нет батареек, прекрасно. Я думал, хоть... Ёб твою мать, опять это зажило. Так, ёб твою мать, ты посмотри, пиздюк. Не хочу, 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 не хочу. Так это что-то... Закрой ее, пожалуйста. А он типа не замечает? А подожди, а здесь тоже зеленый ключ? Либо здесь что-то... Мне не нравится, что здесь что-то происходит постоянно. Так, это что за гравитация любви? Зеленая доска. Фух, с богом. Типа наш раз... Ты иди и с гостями не шуми своими зверскими. Уёб твою мать, Кэти Мэн. Да ты под... угомонись, уйди, женщина, женщина, уйди, пожалуйста. О, там пиздюк был. Руки замедляют меня. Так убери эти руки тогда. Так, подожди, здесь тоже он, смотри. О, это что, что это такое, бородатый ключ? Бородатый желтый ключ, классно. А где огоньки? Ни одного огонька не нашел, уже столько ключей собрал, но ни одного огонька. Это что, это огонек? Это масло? Масло. Святое масло, оно нам пригодится. Мадам, прошу прощения, не моем. И пошел отсюда, слышь? Такой хоп, подпрыгнул, на месте прыгнул, такой закрыл. Так, а куда чего? Подожди, здесь вот еще... Может вот сюда этот бородатый ключ? О, давай сюда. О, записка, записка, записка. Так, отлично, читай. Я видел существо, которое преследует меня, это ужасно. Я не понимаю, почему это происходит со мной, я всего лишь учительница, не хочу так умирать. Хорошо. Так, тут тоже вот какой-то вопрос. Пока ничего не удупляем, ну... Так, все, берем, берем странные ключи. Так, тихо. Тихо, 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 тихо. Тут еще красный. Красный, красный, красный. А есть... А, ключа красного нет. Ну все, отлично. Как всегда, мы в жопе. Так, а желтый? А, ну мы опять... А, смотри, опять в этом... Здесь респаун ключей постоянно, что ли? Ну, потому что с головами мы было, как бы, мы сталкивались, правильно? Здорово. Ты что головой-то бьешься? Здорово. Мне надо на второй этаж попасть. Было бы очень круто, кстати. Отвечаю. Пиздюк куда-то ушел. Вот здесь опять зеленый ключ. То есть мы открываем и получаем типа еще один. А где огоньки? Дайте мне хотя бы один фон. Че ты вот здесь делаешь? Подвинься отсюда, я долбишь. Стой, а здесь тоже серебряный. Ну нет, нам. Ёб твою мать, уйди, дрищ, мелкий. Идем с табуреткой поразговаривать. Стой, вот ты же не оба... А, ну так он просто бегает, подожди. Да я тогда... Мадам, прошу прощения, я хочу вниз. Так, а здесь? Синего ключа нет, прекрасно. Желтый ключ есть, но... Здесь тоже, кстати, радиостанция, смотри-ка, там записка. Мы еще ни одного фонаря не зажгли, но... Мне кажется, здесь какой-то типа лабиринта. О! О! Опять бородатый ключ. Ключ, ключ бородатый. А здесь, кстати, синенькая. Туда в мисочке надо пожрать, положить. Так. Вы хотя бы дайте мне один этот зажечь. Чё и людям-то показывать буду? Скажите. О, палочки. Железяшечки. Прекрасно. Здесь можно положить что-нибудь. Бородатый ключ туда положим. Нишку, что ли? Бля, мне бесит, что так рюкзак держит. А чё это такое? Я поставил вопрос. Ёб, ты дура, что ли? Кобыла сильнеглазая. А как мне отсюда? Пошел отсюда. Кыш, кыш, кыш. Ё-моё. Подожди, ну эти палочки, все палочки. И чего? Ну тут желтенькая дверь, ладно. Если желтый ключ у нас вроде как типа есть. Но они собираются и стакаются друг на друга, короче. Там пожрать надо, ну нам... Ты ещё что за ху... Человек. Здравствуйте. А есть что-нибудь у вас? Ну, допустим. Ты кто такой?
Уйди нахер, дура. Я спас мастера Шифу. Мастер Ли Шифу. Все, иди, я тебя спас. Спаси меня теперь, пожертвуй собой. Ну-ка. Че, ушла? Не, ну у нас теперь синенький ключ есть один. Хорош песни петь. Так, желтый ключ, хорошо. Вот опять зеленый, у них постоянно респаунд ключей, ёпта. Так, теперь здесь очень холодно, прекрасно, поздравляю тебя. Чемоданчик свой, ладынь на себе. Опа. Все, жрачку сейчас сварим, шаурму. Ё-моё, так у меня нет такого. Тебе понравится по одной бутылке, смотри, у меня один. Я какую-то хрень получу. Используй этот... У меня нет этих бутылок. Прекрасно, мы знаем, где кухня, но не знаем, как сварить. Свари просто воду. Так, ладно, валим отсюда, технично валим. Там еще, кстати, эта записка. Ну? Куматаёша, давай уже. Рожи. Так, вот здесь записка идет. У нас еще, кстати, нет ни одних батарей. День 4, включаю лампу, надо включить все 12 в один и тот же день. Я все понимаю, надо включить. Вот это, кстати, лампа, скорее всего, вот этот пол. Стол начал ходить, короче, сам по себе. Это дик... О! Нормально. Магончик варим. О, прекрасно. Нужно сделать, ага. Короче, тут можно из-за растения варить ключи, серьезно? Классно. Очень классно. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это. Нормально, урок химии есть у нас. Классно. Я просто универсальный педагог. Педагог Химатаёша. Так, опа, пиздрик. Не надо. Братан, уйди. Ой. Здесь можно что-то положить. Так, я дай положу что-нибудь. Вопрос хотя бы. О, смотри, там пиздюк злится. Он пропал. Здесь тоже какие-то вопросики поставил. У меня зеленый ключ, у меня вроде дохерища. Вообще прям до усрачки. О, здесь тоже можно барашку варить. Какую-то хрень ставлю, флажочки, какие-то непонятные палочки, железячки. У него чемодан универсальный, что ли, я не могу. А, они бесятся. Подожди, там пиздюк пришел. Что мне делать с ним? Я могу брагу тебе сварить, братан. Блин, мне кажется, они здесь ходят, отвечаю. Так, но он закрывает за мной двери, короче. Ему не нравится, что я здесь бегаю по кабинетам. Мог бы отвлечь, поставь сюда. Я понимаю, ты хочешь еду, но... Башкой стукается. Красная дверь, кстати, у нас еще нет красного ключа. Это просто бомбалейло. У меня нет ключа. Классно, желтые ключи кончили. А красный тоже нет у меня, да? Я лохопед. Прекрасно. Все, включай свою спортивную ходьбу и побежали. Вышел на дискач. Руки замедляют меня. Оторви их тогда. У нас, кстати, еще ниже можно идти. Смотри. Но синий, он... Здесь можно что-то положить. Что, не хочешь? Больше кончилось, все. Так, красный, синенький у меня же тоже нету. У меня вообще ключей нет. Такое ощущение, что... Это, короче, нужно опять ходить, опять респаун собирать, все. Блин, ну... Зеленый. О, мы на улице вышли. Конопля растет. Может быть, я мог бы отвлечь их, поставить сюда иду. О, елочки. Так, что это у нас такое? Собирай все, у тебя рюкзак универсальный. Ты дурак, что ли? Охренеть, это... Додумались для сбора, для розжига сделать такой звук. Я думал, меня кто-то схватил сзади. А что будет, если я подожгу? Что это будет? Их включить? Вопрос. Хороший вопрос, я не знаю просто. Так, вон там, он вообще елочки за мной. Оригинально, очень прям. Так, все. Дорожку сейчас освещу нагнем. 12 фонарей, я даже один фонарь еще не нашел. А, кстати, это они, походу, охраняют. Вот этот первый фонарь. Конопуса. Конопуса хруста. Так, травку собирай. Травка, хорошо. Травка, это очень хорошо. Травка успокаивает. Я не знаю, для чего их включать. И он там... А, ну она не растет. То есть это только с ключами работает. Я думаю, респаун травы работает тоже. Интересно, сколько он по времени зажигает. Спортивная ходьба, учитель. Давай, боже мой, как же ты быстро ходишь. Даже зонтик этот или елочка, кто ты такой?
О, я девочка-палатка. Поджигай фонарь. Одной лампы меньше. Прекрасно. Первую лампу мы только подожгли. О, сахар. Первый подсказ. И. Четыре. И для чего нам это какой-то... А, сектор приз на барабане. Респаун трава, трава даже быстро растет. Класс. Так, давай ключи мы соберем. И срать на них. Так, ну он подожженный, типа. Я не понимаю смысл этих елочек. А он выход, скорее всего, там будет. Так, давай без этих. Пока, не угрожай мне. С язычком, парень. День пятый, не теряй надежды. Спасибо, я не буду читать. Он подкрадывается ко мне. Он хотел меня схватить. Я не поддался. Так, желтый ключ. 2:20 у нас время. Какую-то подсказку за это время, короче, надо быстро. Я ты быстрее можешь, пожалуйста, пожалуйста. Я прям тебе вот по-братски говорю. Там, если мы не успеем, мы лошары, понимаешь? Ты это пойми. Хуетоша, или как там тебя зовут? Просто будешь ихарь. С этим рюкзаком, как дурачок. Он либо ссытся, либо срет. Так, ищем, ищем, ищем. Красный есть. Подсказки были вообще вверху, кстати. Все эти вопросики, это нужно нам вообще на полный резьбе идти, где мы появлялись. Минус 40, чтобы нам определить. Давай идем выше. Я хочу летать еще выше. И выше. Ну вот даже в первой локации, где мы были, там по сути... Вот здесь. Два. Спасибо. Это мне дало прям огромный ответ. Вот прям вот знаешь, вот прям вот в шоке. Это я прям всю тайну разгадал с их. Это два. 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 Сейчас посмотрим. Пошел отсюда. Скелета база. Здесь один, наверное, по логике. О, человек-паук. Класс. Братан, здорово. Ты реально человек-паук? Для прикола, я не... Человек-паук. Японский. Так, ладно, мы здесь обошли, допустим. Здесь очень холодно, поздравляем. Подождаю. Но сейчас не до этого, поверь. Серенький, может быть. Это универсальный же. А здесь что? Не, ну вот для чего? Подожди. Так, вот эту хрень надо собрать. Все собирай. У нас 25 секунд, а мы еще ни хрена не поняли. Только цифру 2 нашли. Что это значит? То есть постоянно, конечно, поджигать будет, а появляться какой-то определенный кубик, который... Так, ну вот Заткнись, дура. Ананас, да. Йо! Отцепись! Курица. Ой-ой-ой, еще пиздрик закрывает за мной дверь. Это писец. Это писец. Это просто писец. Во-первых, ну она чисто такая, знаете, это чисто на вот, чтобы поиздеваться надо над собой, что ли. Прямо, чтобы жопка у тебя погорела тоже действительно. Потому что, вот, как правило, такие игры, где нужно постоянно начинать заново, 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 заново. Если ты не успел, либо ты что-то не сделал, нужно это делать все заново, заново, заново. Но я вообще, конечно, не любитель такого. Это есть, конечно, заядлый, который обожает это все. Прям, что их сводит их прям. Но это не мое. У меня не хватает столько терпения. Ну, 2 раза 3 переиграю, а дальше все. Просто удар. В любом случае, вот как-то вот так это все вышло. Не забываем, конечно, ставить лайкосики, подписываться на канал. Всем спасибо, всем пока.